В отношении злоумышленников, которые несколько дней силой удерживали 23-летнюю девушку, возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали в Энгельсе. Сотрудники дорожной полиции патрулировали улицы, когда увидели бегущую девушку. Ее пытались догнать двое молодых парней. Инспекторы посадили беглянку в машину и стали преследовать злоумышленников. Оказалось, что больше недели они удерживали девушку в квартире и наносили ей телесные повреждения. В одном из дворов подозреваемых задержали. По данному факту в настоящее время проводится следственно-оперативное мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении данных граждан. За дело возбуждено по статье 127 части 2. За совершение данного преступления данным гражданам грозит лишение свободы до 5 лет.